Всех приветствую. Сегодня разбираем Матисс, 6-й год, комплектация Best. В механике двигатель литровый, 4-цилиндровый. Такой вот Матисс. Здесь у нас по задним маркам уже коррозия. В принципе, в остальном автомобиль целый. У нас все электрические стеклоподъемники. Все работают. Также есть у нас регулировка электрическая правого зеркала. Также работает. Левое зеркало механическое. По пробегу 151 тысяча. Машина на гидроусилителе, без кондиционера. Вот такая магнитола штатная. Ким Кардашьян, Джейсон. Радио работает. Коробка пятиступенчатая, механика. Тут плафончик. Двигатель нормально работает, не троит, не дымит, не шумит. Сейчас прокатимся по территории немножко. Смотрим, как скорости переключаются. Да, включил. Третья. Все нормально. Пятую. Все скорости у нас включаются тихо, бесшумно, без хрустов. Так, Део Матисс, литровый, 1-й цилиндр. Это 13,5. 3-й цилиндр. Четвертый цилиндр. 15. Так, 2-й цилиндр. Давай еще. Ну да, где-то 13.